Зависишь от родителей, хочешь съехать, устал, нужна независимость. Отлично, я был в такой ситуации, давай порассуждаем. Итак, друзья, есть желание стать независимым от родителей, это, наверное, мечта каждого подростка. Я бы хотел вам просто показать две грани этой ситуации. И, может быть, не стоит торопиться или, наоборот, стоит поторопиться. Давайте начнем с того, что поработаем над вашими целями. Итак, у вас есть желание, и внутри созрел вопрос, когда все-таки надо становиться независимым от родителей? Ну, во-первых, есть причины, которые от нас не зависят. Первое, это когда родители нам пинка дали, иди развивайся. Второе, когда просто жизнь так сложилась, пришлось, все, не могу никуда идти, не могу дальше продолжать учиться, надо выживать или кормить семью. Ну или еще какие-то ситуации, от нас независимые. Эти ситуации мы не рассматриваем, там жизнь сама показывает, что надо делать. Возьмем ситуацию, когда у нас есть выбор и возможность влияния на эту ситуацию. И, как правило, дайте предугадаю, эта ситуация заключается в следующем. Либо мне закончить учебу пораньше и пойти работать, чтобы построить бизнес, либо еще поучиться в институте, будет диплом, будет побольше знаний, возможно, куда-то получше смогу устроиться, или еще что-то. Ну, примерно. И вот всегда непонятно, то ли быстрее начинать, то ли подольше задержаться. Во-первых, я хотел бы, чтобы вы посмотрели видео про возраст и успех, и всегда ли время влияет на успех. То есть, есть ли такая закономерность, чем раньше начал, тем успешнее стал. Посмотрите это видео, тоже очень интересное. Но я бы хотел сказать вот что. Поработать с вашими целями. Давайте сначала определимся в целях. Сразу скажу две ситуации. Одного человека ранний уход из ПТУ, школы, техникума и создания бизнеса может приблизить к цели, то есть он действительно начнет быстро действовать, быстро создаст бизнес и выиграет время. Ну, есть разные еще варианты развития событий, он может не создать бизнес, может обанкротиться и так далее. А второго человека в такой же ситуации, который вот пораньше выпустился, чтобы начать действовать, может прибить. Прибить в жизни так, что он потом пожалеет, что не пошел дальше учиться. Это я к тому, что нет единого ответа, друзья. Нет единого ответа, как действовать в этой ситуации. Поэтому вопрос целей. Когда у человека есть цель и одержимость зарабатывать, и он точно, внимание, ключевое слово, точно знает, чего он хочет, он выбирает раньше уходить с учебы. Об этом и пишут великие американские бестселлеры, что там Билл Гейтс раньше ушел, Стив Джобс, не знаю, кстати, уходил он раньше или нет, но вот великие люди ушли раньше. Мало кто знает о невеликих людях, которые ушли раньше и стали бомжами. Они же книг уже не напишут, у них денег на это нет, да и внимание к ним не так привлечено. Но это уже ладно, другое. Получается, что одним это нужно, у них внутренняя потребность. И если таких людей запихнуть в клетку еще 5 лет, допустим, института, действительно, они могут не раскрыться. Но, кстати, ничего страшного, если они начнут позже. Допустим, они учатся и работают. Либо они хотят жить настолько полноценно, ну хотя учиться и работать это тоже жить полноценно, но имеется в виду, что не нужно мне образование, хочу полностью посвятить себя этому делу, я знаю, чего я хочу от жизни. Ну, почему бы нет? Но бывает ситуация, когда человеку нужно быть зависимым от родителей, для того, чтобы еще проучиться в техникуме и в институте, для того, чтобы получить образование, квалификацию и навык, для того, чтобы пойти по тому пути, который я наметил. Ну, допустим, медицина. Ну, как здесь без образования? Психология. Ну, вообще вся область здоровья. Ну, как здесь без образования? Но чтобы учиться, надо быть зависимым от родителей. Потому что либо я смогу минимально себя содержать, либо вообще не смогу себя содержать. Конечно, золотая середина – это когда человек учится и работает. И у него есть такая возможность, учеба не страдает, денег мне хватает, матрас где-то положил, еда есть, я могу быть независимым от родителей. Если есть такая возможность и внутренняя потребность быть независимым, то окей, отлично, почему бы и нет? То есть мы возвращаемся к вопросу цели.
Первое, когда у меня есть цель делать только это, я понимаю, что мне образование не нужно, и я сразу ухожу, иду работать, создавать бизнес. Такие есть примеры успешные и неуспешные. Второе, это когда я совмещаю, я иду дальше учиться, я становлюсь независимым от родителей и параллельно совмещаю учебу и работу. И это тоже отличная позиция. Вот я так и делал, собственно, золотая середина. И третье, когда я хочу стать профессионалом в какой-то деятельности, мне нужно очень качественное образование, я не смогу себе позволить учиться, и поэтому я буду зависимым от родителей, я это принимаю. Хотя я бы с радостью был независимым, но у меня не получается, потому что такое образование можно получить только если ты на 100% будешь включен в учебу. И мы возвращаемся к тому, что это вопрос цели. Но я знаю, что сейчас многие подростки и молодежь думают категориями «не хочу учиться, мое предназначение делать бизнес». Это неосознанная, это детская позиция, потому что я знаю, что в этой позиции нет точной уверенности, нет 100% опыта развития своего дела и нет гарантий, что получится. Я понимаю, что человек мыслит, он хочет схалтурить, ему просто лень учиться, ему не хочется, и он идет по модной тропе. Модно делать бизнес, и я хочу, учиться не хочу, все, поэтому такой человек мои слова может интерпретировать как руководство к действию. Да, точно, и Павел тоже подтверждает, я не хочу учиться, мое предназначение делать бизнес. Это детская позиция, потому что я слабо уверен, что человек может отдавать себе отчет, что такое бизнес и что он понимает, что это такое. И много людей я видел в комментах под прошлыми видео, которые мне писали о том, что пожалели, что бросили учебу и сейчас работают на таких рабочих специальностях, автосервис, стройка, уже десятки лет, и им уже не выбиться обратно, все, не вернуться. Это уже привычка, и в жизни ничего не меняется. Они когда-то последовали вот такой моде, начитались Киосаки, то есть разные есть примеры. Друзья, опять же, у каждого свой путь, и путь выбирается по цель, и у большинства людей после школы, техникума нет этой цели, и они чаще всего выбирают все бросить, и потом, естественно, все ожидания не оправдываются. И я знаю в то же время, что есть люди, которые точно знают свою цель, точно понимают, мне образование не нужно, но это, знаете, такая абсолютная 100% уверенность, и даже если у человека не будет что-то получаться, он будет этим заниматься и все равно какие-то деньги заработает и бомжом не станет. Потому что он идет туда, у него внутренняя потребность, он идет сейчас не за огромными миллионами, не за высотами. У него просто есть внутреннее желание и потребность реализовываться как человек, допустим, в такой деятельности. Ему для этого дополнительное образование не нужно. И вот таких людей меньшинство. И вот такие люди, им будет на пользу, возможно, быстро стать независимыми, побежать работать. Но я таких практически не знаю. Как правило, это эмоции и лень. Не хочу дальше учиться. Поэтому вопрос, когда же все-таки становиться независимым от родителей, вопрос вашей цели, и в этом случае независимость от родителей – это как инструмент, или зависимость от родителей – это инструмент, когда вам нужно доучиться, вы зависимы от родителей, потому что они вас кормят, дают деньги, и это время вы можете посвятить учебе, чтобы потом тоже очень круто стартануть. Размышляли ли вы над этим с той стороны, о которой говорил вам я только что? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какого пути вы придерживаетесь и какое у вас мнение насчет всего того, что я сказал. Ставим лайк, если понравилось, подписываемся на мой канал и до встречи в следующих видео.